иногда хочется вырваться из цивилизации, из шумного, душного города куда-нибудь на природу. Вот многим американцам это достаточно легко. Вот рядышком бушует огнями, автомобилями большой город Феникс. Это Аризона, да? И вот буквально час от города Феникс, немножечко в горы, и вот, вот такое вот горное озеро. Вода чистейшая. Я, честно говоря, сначала подумал, что это Телецкое озеро, потому что красиво, воздух такой вот напоенный елками и кактусами. Утки какие-то тут крякают, плавают, рыба плещется, и удочки нету. В общем, красота, благоденствие, спокойствие. Ну, также здесь можно встать на кемпинг, как они говорят, $25, между прочим, да. Или просто постоять за $12 в день, подышать воздухом. Ну, как говорится, платить денежки, все хорошо. Ну, в принципе, зато окурков нету. Банок, склянок, там битого стекла, чистота абсолютная, вот утки, рыбки, красота, самое главное, воздух. Ну и не знаю, вода абсолютно чистая, прозрачная, думаю, может попить, потом, ладно, думаю, не надо, лучше я из бутылочки. В общем, красота, вот всего час, вот любят, в общем-то, природу для себя. Да, это стоит немножко денег, но зато действительно это природа, действительно чисто, хорошо, не изгажены берега все, встать можно, там, постоять, переночевать, не знаю, мне нравится такой подход, так что нам есть чему поучиться у этих американцев злых, ну хотя бы охранять природу. Ой, пеликан закрякал. Не знаю где. Где-то, да, или утка. В общем, здесь и пеликаны есть, и утки. Все, заканчиваю, потому что пошел отдыхать, может быть, где-нибудь втихую искупаюсь. И вообще полежу немножечко на берегу, свесив ноги вот в эту прозрачную, хорошую воду.